Преемственность трудовых поколений и традиций – это основа успешности комбината. Труд горняка уважают его семье, ценят и в городе. Михайловский гопредприятие – градообразующее. Ветеранам-первопроходцам первые слова поздравления с праздником и благодарности за труд. Спасибо, дорогие ветераны. Спасибо за то, что вы создали фундамент, надежную основу, потенциал нашего комбината, за то, что вы построили наш замечательный, светлый, уютный, зеленый город Железногорск. Современное поколение горняков – достойная смена первопроходцев и ветеранов предприятия. В их биографиях тоже есть место производственным успехам и свершениям. Гордость дня сегодняшнего строительства и ввод в эксплуатацию обжиговой машины номер 3. Планы на ближайшее будущее не менее масштабные. У нас сейчас уже в работе новые проекты. Это строительство конвейерного транспорта из карьера на борт карьера и дальше на фабрику. Это обогащение кислых кварцитов. Действительно, такая у нас уверенная, долгосрочная, надежная перспектива на такой базе. Она позволяет нам встречать с хорошим настроением, с верой в будущее, наш главный праздник, День металлурга. На этом вечере состоялось награждение почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, отмечены премиями с вручением свидетельств победителя конкурса профессионального мастерства. Среди них водитель большегрузного автомобиля Андрей Бондарев. На комбинате он трудится 12 лет. Династия вся водительская. Деды, отец, все были водителями. Как бы и сам тоже всегда хотел быть именно водителем, работать на комбинате. Ну, хотя бы что-то как-то значить для чего-то, какую-то частичку какого-то вклада вносить работы своей, производства. Михайловский ГОК стал местом профессионального становления и развития, обретения надежных коллег и друзей, основой материального благополучия для тысяч рабочих и специалистов. В их числе электромонтер связи ЦИТ Виталий Стариков, награжденный почетной грамотой комбината. Работаю я уже 22 года, попал в очень хороший коллектив. Почему? Потому что понравился он мне сразу, дружный. Занимаемся в основном мы по прокладке кабелей связи, ремонту телефонной аппаратуры, радиостанций. Вот. Профессия нравится, интересная, каждый день что-то новое появляется. Здесь чествовали также тех, кто удостоен звания почетный ветеран Михайловского ГОКа. Активистам профсоюзной работы были вручены почетные грамоты Центрального совета ГМПР.